Я пошла осознанно. Я с удовольствием вспоминаю всех наших преподавателей. Валентину Сергеевну Русанову, которая сыграла в моей жизни судьбоносную историю. Благодаря ей я как бы вступила на большую сцену. Также с огромной благодарностью Татьяне Павловне, Наталье Васильевне. Очень много было ярких событий. Мы были единственный курс, который ездил на практику за границу в международный лагерь Болгария. С удовольствием вспоминаем это время. И еще был один судьбоносный человек в моей жизни, благодаря этой кафедре, это Александр Васильевич Виноградов. Вот он сейчас появится в кадре. Это свое я. Первое место работы я начинала у него, во Дворце пионеров и школьников. Вам слово. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые, любимые педагоги, любимая кафедра, любимый институт. Я закончил институт в 1996 году по специальности педагог, организатор досуга детей и подростков. Дальше. Я помню замечательных своих педагогов, которым я безмерно благодарен и буду всегда их помнить. И буду им вечно до конца своих дней благодарен. Валентина Сергеевна Русанова, Татьяна Павловна Степанова, Лидия Дмитриевна, ну не важно, плюс еще, естественно, Наталья Васильевна Погорелова и так далее и тому подобное. Я хочу пожелать кафедре новых свершений, я хочу пожелать кафедре всем без исключения здоровья. Я хочу, чтобы студенты любили своих преподавателей, чтобы мы, те, кто когда здесь учились, не забывали о тех своих педагогах. Ну и, конечно же, чтобы все только начиналось и все дальше продолжалось. Всем привет, пока, солнышко, счастья, здоровья и любви. О! Привет, мы закончили институт в 93-м году. С теплотой вспоминаю все годы учебы. Годы учебы нас свели на долгие годы. У нас сформировалась после института своя группа, с которой мы уже встречаемся 30 лет на все праздники, на все мероприятия, выезжаем за город. Безумно приятно вспомнить всех наших педагогов, нашего куратора Наталью Васильевну Погорелову, Валентину Сергеевну Русанову, Людмилу Ерофеевну Осипову, Рубцова, Чеботарева, Цукермана, Перчика. Всех мы очень любим, помним о них, с теплотой вспоминаем и Гайдаев, и сына, и Рубцова. Рубцова, сказала, да. Ну, это наша манера общения. Институту желаем процветания, талантливых студентов, чтобы педагоги оставались в прекрасной форме. В общем, всего-всего самого наилучшего. Мы закончили в 93-м году и были последним выпуском кафедры МОК. Все, спасибо. Ну, вот так примерно, да. Меня зовут Владимир Олейник, я закончил Академию культуры в тот момент, в 2007 году, кафедру социально-культурной деятельности. Вообще, как бы, думаю, что эта кафедра, она уникальна своей обширностью, своим творчеством, при этом достаточно разносторонним подходом, да, разносторонними знаниями, вот, и прекрасные студенческие годы, что сказать, с Академией культуры связаны, как бы, замечательные воспоминания, особенно, конечно, хотелось бы вспомнить, на годы моей учебы пришлось, так скажем, такой расцвет творчества Алены Романовны, значит, Сумской, да, вот, ну, невероятная, конечно, невероятная Валентина Сергеевна Русанова, которая поражала своей статью, своим аристократизмом и вообще, ну, то есть,
своей невероятной подачей себя. Вот. Ну и, конечно, все преподаватели, всем огромное спасибо хотелось бы выразить. Ну, что еще сказать? Кафедре процветания, кафедре классных студентов, творческих, интересных и людей, которые хотят действительно связать свою жизнь с профессиональной точки зрения, да, именно с этим направлением, потому что это очень востребовано. Да, как бы воспитание подрастающего поколения – это самое, наверное, важное. Как бы, да, я со своей стороны занимался, как бы, и занимаюсь только воспитанием своих детей, ну, немножечко еще детей мне близких, но, к сожалению, пока как бы не связал свою работу и свою жизнь с социально-культурной деятельностью, но все возможно, то есть, как бы, возможно, все впереди. Кафедре желаю только всего самого лучшего, классных преподавателей и классных студентов. Племянница, родная племянница Валентины Сергеевны Русановой, Нина Анатольевна Русанова. Девичество. Егорова. Да, сейчас вот Егорова. Да. И она студентка кафедры социально-культурной деятельности, выпускница кафедры. Да, я училась с 2000 по 2004 год. Студенческие годы, конечно, неизгладимый след в памяти оставили. Это были прекраснейшие годы в моей жизни. В институте я встретила свою любовь, правда, на другой кафедре, но на этом же факультете. И вот у нас сын, это старший сын, еще есть двое помладше. Вот, сегодня их нет. Кафедра замечательная просто. Обучение выше всех похвал. До сих пор в памяти уроки по вербальному общению, искусство, как правильно произносить слова, ораторская речь, даже на бытовом уровне правильное произношение слов, когда поставить ударение. Помню преподавателя Панова. Она нас обучала искусству составлять сценарий. Вы тоже помню, режиссуру мы иногда до 11 ночи сидели, занимались с ней. Ну, в целом, конечно, было и тяжело, но и очень интересно. Ну и остальные преподаватели, конечно, каждый внес свой большой вклад в том, что мы стали очень глубокими людьми с разносторонними интересами. На этой встрече мы встретились с моей однокурсницей, одногруппницей Настей Кахикало. Она тоже сейчас интересное что-то расскажет. Спасибо. Спасибо, Лена. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Кахикало. Я закончила в 2004 году. И после института сразу пошла работать в школу. Работаю по профессии педагог дополнительного образования. Есть свой коллектив, театральный коллектив. Поэтому продолжаю, наверное, то, что чему нас научили, продолжаю своих, так сказать, педагогов. Поэтому каждый свой урок я тоже всегда вспоминаю Валентину Сергеевну, Наталью Васильевну, Татьяну Павловну, потому что они много что нам дали. Опору и полет. Я, наверное, здесь вспомню слова Валентины Сергеевны. Как она говорила, пусть будет у вас много трудностей, но вы всегда из этого с достоинством выходили. Это, ну, такое мое, наверное, кредо. И своим ученикам я тоже об этом говорю. Уже некоторые выпускники и хотят поступить в наш институт культуры. Поэтому, наверное, будет уже и мое продолжение. Вот что желаю кафедре? Процветания, чтобы также продолжали. Хочется каждый год видеть своих педагогов, которые встречает и меня, и моих детей. Ну, мои дети сейчас на экскурсии. Им очень нравится здесь. И приходишь в свой дом. Спасибо огромное вам за все. Я Богдан Светлана Владимировна. Закончила институт в 1996 году. И я являюсь первым выпуском, когда кафедра стала называться кафедрой социально-культурной деятельности. То есть, получается, первые специалисты с
социально-культурной деятельности. Меня очень удивляло такое сочетание доброты, красоты, научности во всех педагогах, которые работали с нами. Валентина Сергеевна Русанова большую роль сыграла в моей жизни. Благодаря именно ей я стала заниматься научной деятельностью. Безусловно, с благодарностью всегда вспоминаю Давыда Борисовича Перчика, Владимира Михайловича Рябкова, Татьяну Павловну Степанову, Наталью Васильевну Погорелову. Сегодня стали моими коллегами. Я очень горжусь тем, что я училась на кафедре социально-культурной деятельности в Челябинском государственном институте культуры. И хочу пожелать нам всем, чтобы у нас были замечательные студенты, чтобы у нас были замечательные педагоги, чтобы к нам приходили новые, молодые, талантливые специалисты. И эта встреча особенная, потому что проходит юбилейный год нашего главного вуза на 55. За этой датой поступательный ход развития вуза. Он находится в контексте динамических общественных преобразований и откликается на них открытием новых направлений подготовки специалистов, созданием значимых событий. Наша кафедра социально-культурной деятельности была и остается одним из важнейших структурных подразделений вуза, как взявшая на себя ответственность за разностороннее развитие человека в свободное время. Педагогика досуга особенная. Ее принципы – создай конструктивного преобразователя собственной жизни, жизни общества. Развлекая – развивай. Обучай и воспитывай ненавязчиво, незаметно. Создавая ситуации успеха, наращивая крылья. Наша кафедра крепка своими традициями, которые делают ее устойчивой, жизнеспособной и устремленной к развитию. Бесспорность этого тезиса подтверждает история кафедры и ее столпы, легенды. Конечно же, Давид Борисович Перчик. Кафедры в теорию и практику социально-культурной деятельности бесценен. Они обладали многими талантами, были опытными педагогами, строгими, но принципиальными. Мы помним о них с безмерным уважением и благодарностью. Сегодняшний состав кафедры по традиции включает в себя педагогов как старшего поколения, так и среднего и молодого. В нашем портфолио много достижений, социально значимых направлений деятельности и креативных проектов. История кафедры, востребованность на рынке наших выпускников убедительно показывает, кафедра была, есть и будет. Несмотря на сложные времена, смену приоритетов во многих областях жизни общества, курс движения корабля под названием Челябинский государственный институт культуры остается неизменным, а именно служение о культуре человека и общества. Для приветствия участников встречи выпускников внуки кафедры приглашаются авторы и разработчики идей данного формата встречи. Наталья Васильевна Погорелова. Чем отличается наша кафедра? Вы пришли,
в нашу семью. И мы рады, что вы, наша семья, остается на долгое время. И пока мы вместе, да, значит, социально-культурная деятельность всегда во главе угла. Дорогие друзья, мы с Валентиной Сергеевной, мы ее ученики, мы ее коллеги. И всегда она говорила, мы должны идти на бал вперед, мы должны студентам растить крылья. Мы остаемся на прежних позициях, это иногда крайне сложно, потому что ты их везешь на себе в четверки и пятерки, потому что за просто так не поставишь, а нужно всегда сделать так, чтобы был высокий бал, как вы понимаете. Я к чему это говорю? Потому что мы ответственно ставим вас на крылья. Мы рады и видим, где вы летите. Чем вы занимаетесь? Мы уважаем все направления вашей деятельности. Вы молодцы, вы большие умницы. И прямо или опосредованно всему тому, чему вы научились в институте, а это кажется на первый взгляд малозаметно, я хочу вам сказать, всегда помните, что кафедра вам дала хорошую теоретическую базу, мировоззренческую базу. Она дала вам возможность алгоритмизировать свою деятельность, а именно разрабатывать программы деятельности, технологии, модели и так далее. И всегда вы можете найти новое содержание, обновлять его и быть на плаву. Вот это всегда я хочу отметить. И те люди, которые вдруг не понимают и решают, что они ушли далеко от того, от той практики, которую они получили, захочется утверждать в некотором заблуждении. Потому что те основные азы, которые вы получили, получаете, позволяют вам держаться на плаву. Не забывайте об этом. Не забывайте, что здесь, на нашей кафедре, и в социальных сетях мы присутствуем для того, чтобы быть с вами на одной волне, для того, чтобы вами восхищаться, для того, чтобы вас поддерживать. И, конечно же, мы сами нуждаемся во внимании. Нуждаемся в кавычках. Конечно, все без друг друга могут прожить, но это утопия. На самом деле, мы рады взаимодействию с вами в самых разных направлениях. Мы рады вашим успехам, мы гордимся вами. Мы вас любим, а поскольку ваши дети, ваше продолжение и наше в определенной степени, то мы рады вас всегда видеть вот на этом замечательном событии. Поздравляю вас, вы выпускники Челябинского государственного института культуры, кафедры социально-культурной деятельности. А помните ли вы, как вы сами были студентами, стояли на этой сцене? Выступали с показами по рисунке, сценической речи, актерскому мастерству и власти. У каждого была своя особенная роль, которую, я думаю, запомнила на всю жизнь. Это особенные эмоции, переживания, может быть, даже неудачи. Но у кого-то именно эта небольшая, но такая родная сцена дала первый толчок в большую, интересную и такую разнообразную жизнь специалиста социально-культурной деятельности. А теперь позвольте представить вам студенческую работу «Сценический опыт 2023», фрагмент мюзикла «Луна и солнце», номер «Лунных хранителей», режиссер Варвара Сергеевна Склярова. Когда спят все, мы хранители, трудимся здесь. Не знаю.
забыть бы и не сделал ничего. Здесь нужно срочно зажечь. Ты что, спишь? Эй, вставай скорей, ты забота не будет ждать. Небо намного пестрей. Нет, мы не устали, зажигая миллионы огней. Приглядись, там зашла луна, нам сейчас просто не до сна. Скоро солнце придет в день. Верь мне, мама, скоро встретимся.
этот день вижу я наяву. Разобьем большевистскую свору. Нас Деникин ведет на Москву.
Большое спасибо тебе за твое выступление. Можно следующего? Не очередно. Ну, ты не очередно. Да, а то он убежит. Мартин Родион. А сосульки плачут, солнечные зайчики по дорожкам скачут. Прыг-скок, 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 прыг-скок. Мамочка, ты слышишь, как по нашей крыше кошки ходят и коты, ну-ка вы потише. Кошки ходят и коты, ну-ка вы потише. Мяу, 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 брысь! Отворю окошко, подожду немножко. Прилетайте к нам, скворцы, в пшено и крошки. Прилетайте к нам, скворцы, в пшено и крошки. Чик-чирик, 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 летите! Скорей, а если скорей, кому ты нужен, несчастливый такой.
слышать. Смотрите, какой классный трек нашла. Диана, ну пора ли вам погулять на улице? Как все, девочки, начинаем? Ich
Участника, внуки кафедры, вручается колышник Глеб.